Здорово всем. Это я, Анастасия Трофимова, из дуэта с Натальей Филипповой. Я пока не знаю, как будет называться наш дуэт, но я решила... мы решили, можно сказать, вести такое интернет-небольшое шоу, которое будет идти лето. Начнем вот с весны как раз, когда сейчас апрель уже начнется. Будет тепло. Начнем с весны, закончим в августе. Начнем как бы с апреля, и все эти 5 месяцев мы будем думать, хорошие мы друзья с Наташей или нет. Вот. Решили сделать интернет-шоу, которое будет выходить практически каждый день. Будем снимать, везде ходить с камерами. Камеры не будут стоять у нас в доме, будем их ставить. Вот где заходим одну камеру, там мы поставим. Она будет следить за нами некоторые минуты, которые мы делаем, самое главное. Идем в школу, вы будете смотреть, так, о чем мы разговариваем. Вот. Не знаю, что еще сказать вам. Но мне кажется, что будет интернет-шоу похоже на Ани Плюс, но... Ну да, оно будет похоже на Ани Плюс, мы будем... Вы будете видеть наших друзей, наших любимых людей, которые мы любим, которые нас любят. Ну, вот такие всякие романы будете видеть. Вот. Не знаю. Если будет 2 камеры под рукой, то... Надо снимать на другую, как бы у нас, если вдруг звонить будет, мы не можем это снять. Вот. Это все, что я хотела сказать. Ждите новое интернет-шоу, начнем мы уже завтра, 1 апреля. Пока!